Норма. Норма. Ты бы сразу ответственно пошел на очередную легкую Я говорю,
Магомедов. Есть такой. И вы решили победить его. Магомедов. Ну там нормально. Норма. Один остался. Вот ты. 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 Вот на ходу. Я же говорю, это первый раз перевесил. Ну, бывало там, то есть, заранее взвешивали, что они там, чтобы ну, то есть, нет, там привели. Давида были слушаем, а если два человека еще там. Сетку в этом смысле. Да, да. Круги. Вообще. Кира. Я список не брать. Сивчик. Сегодня уехал на такси, даже меня не взял. Проскочил мимо меня, думаю, блин. Вот это воспитание. Эй, вот видишь. Такая фотография, вот такой вот, вот такая большая. А где-то, сколько?
От себя навязал, а? Нет, там печать школы, все, говорит, надо справку, что такое печать, чтобы молодец оклеена была. Ну это же нормально, что фотографии не портят. Здесь нет, а здесь фотографии здесь так. Они же были, а? Не доехал, потом передумал. А нет представителей? Белунатский Евросклуб. Россию первый раз судил в 2004 году. И это фотография. Большие уже. Есть правда, что ли? 20 лет назад в Иванове был Россию первый раз судил. Вы? Да, да. Просто 20 лет прилетело, говорю, как это. И2 года 2 килограмма, это нереально. Так, а потом понеслось, как вот эти пошли, вот эти, начало 2005. А помогло? Те, кто боролся, бился. Вот на семинарах. Сколько дорого стоит вообще? Вот только для тех, 350 сумочек. Понятно. Наоборот, это еще больше. Я понял, понял. Все, выставили. Да уж. И все, а потом там покатилось. Один большой плюс. А теперь пусть даже не станет. Все равно, как ни крути, они в Питере. Хоть и летом ездят домой, еще что-то. На 20 лет ездил я, например, в Зеленхан. До 18 лет. Ни разу не было здесь, я понимаю, что все игры. Все на Камзат поставили. Стоит оставить все. Вот если взяли тишина, то Камзат не разгонялись. Или на спартакиаду, или на Россию. Вы даже рядом. И что, он что-то ничего не делал? Он на спартакиаде был. Первым или третьим. Когда его этот, с этим Саликом. Вообще не подойдут, он будет, видишь. Вообще, не видишь.
Зачем мы его ждем? Стоим. На первом этаже. Вылечился, да? Это лекарство, которое лечится. Завязал первый, второй, да. Он тренировался, потом не пошел результат, он завязал, поступил в институт сам, да. Этот год, и начал учиться, и начал там еще опять повторно вернуться. Сегодня в час. Он 90-е годы. Прошу компенсировать. Да. А только его хватит, не бросил до 89-го года. А слабый такой? Не бросил, почему? Не бросил на год, да. Ну что, в Бате и брат старший. Ну да, 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 да. Ну, краточек полностью уже не сильно подарили. Ты сам хотел, я спросил, а уговорил. Ну, потом я отправляю, они пошли на нашу полную машину. Соседние не езжают, не пользуются. А вот они сбросили, вот здесь стоят. Вот этот лагерь у нас. Вот этот лагерь у нас. Thank you.
5 минут. Счет выиграет в балку. Ну, неофициальный старт. Для Руга. Вопросы к нему. Давайте. И в перерыв, как он отвечает. Проехал. Извините, нашел Давай я Андрею позвоню. Зачем пускай они не увидят? Зачем какая разница? Ну, когда они чемпионы, да. Ну что, год, это жизнь, а куда не было? Я с ним разговаривал на эту тему. Так и здесь вовсю. Но он знает, как только у меня. Я отвечаю тебе, вот сейчас хочу его позже, я беру. Хорошо? Кроме своей. Я предлагал еще 15 тому назад. Ну, а кто ее организовал? 24-й проиграл, он по-моему, сильный, но сильный.
Половина. Все, заканчиваем. Все, время. Минус один вычеркиваю, да? Нет, Николай Соловьев, Иванов.